Марата Минюровича. Добро пожаловать! Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте, ребята! Очень приятно находиться в этом красивом театре, новом абсолютно. И самое главное, очень приятно находиться в гостях у Дедушки Мороза. Новый год – это такой праздник, который ждешь все время года, все, весь целый год. Потому что он приносит нам радость, счастье, новые подарки, что-то новое неизвестное. Мы всегда с нетерпением ждали, ждем и будем ждать этот светлый праздник Нового года. И сегодня, пользуясь случаем, я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вас всегда радовали родители, ваши знакомые, друзья, чтобы в Новом году было все очень хорошо, вы сами не болели за такое. С Новым годом, всего самого-самого хорошего. А сейчас, конечно, Дедушка Мороз представит вам хорошую, интересную сказку, которую вы увидите в этом красивом зале.